История началась месяц назад. Эта девушка ехала с Корабельной рощи, когда на кольце ее остановили инспекторы ГИБДД. Сразу насторожили невнятная речь, шаткая походка и сильное амбре. Очевидное подтвердил и алкотестер. При проверке выявилось, что от нее идет запах алкоголя изо рта, после чего присутствие документов было свидетельствовано, показал положительный результат, после чего она была не согласна. Инспекторы оформили все как положено. Пригласили двух понятых. Они подтверждают, девушка находилась в невменяемом состоянии. После освидетельствования ее повезли в наркологию. И снова положительный результат. Для верности решили взять анализ мочи. Вот только из туалета в стакане она принесла воду. У нее было 1,10. Я очень удивилась. За время моей работы такого еще ни разу не было, чтобы водители с таким показанием. Ну, может, и больше мне не попадалось ни разу. По словам медиков и инспекторов ГИБДД, в наркологии женщина вела себя неадекватно. Свою вину она так и не признала. Суд постановил оштрафовать ее на 30 тысяч рублей и лишить права управлять транспортным средством на 1,5 года. Решение девушка намерена обжаловать. Эльвира Сафиуллина, Фахри Исламов, новости НТР.